Майор Нечаев на месте. Давайте три реса сразу запилим, да, чтобы аптечки были. Майор, оружие. Улучшение. Секатор. Слушай, ну секатор вещь. Ну секатор же вещь. Преобразователь. Улучшить. Поражает одного противника, стоящего за целью. Катушечка. Магазин. Требуется рецепт. Рецепт. Увеличивает скорость перезарядки спецатаки. Ну, вот это, наверное, возьмем, да, за целью пусть бьет. Так, и также создание все-таки боеприпасов, да, немножечко. Наверное, давай три штуки для секатора сделаем, лишнего не будет. Уровень знаний участников коллектива стремительно растет. С каждой минуты коллектив становится все более научным. Майор, оружие или... И все-таки, знаешь, что я думаю? Еще одну аптечку. Восстанавливает здоровье и рывок. Ни хрена себе адреналин. Это дорого. Это дорого. Одну штуку такую сделаю и все. Не все жители нашей необъятной планеты осознали все преимущества коллектива. Еще остались те, кто не сопротивляется. Это было забавно. Ну, давайте дальше разбираться. Где-то тут, да? Так. Ага. Ага. Любители карт на месте? Открылась куча всего. А здесь что? Сэр, у вас... рука отлетела, блядь. И дала мне пизды. О! Вовчик, давай, Вован, нахуй. Давай. Держи. Держи, Володя. Тихо, Вов, тихо, Вов. Осади. Всех развалили. Потеряли что-то в суете, забыли ключи или портфель, или не сможете найти нужную статью. Вместо того, чтобы искать самим, найдите специалиста. Бывший архивный работник, товарищ Ванделеев, может отыскать то, чего вы и не надеялись найти. Ванделеев, все тайное станет ясным. В будущем предприятие будет расширяться. Это неизбежно. Пришло время подумать над новыми комплексами, связанными и не только с техническими или медицинскими специальностями. Редактура, статья... для стен газеты. Как химики, мы лучше всех знаем, насколько зависимости и опасные наркотики смертельны для любого социума. И сегодня речь пойдет об опиуме, но не обычном, а о том, который для народа, то есть о религии. Вы знаете, коллеги, что в мире появились новые модные религиозные течения, а именно церковь коллектива. Да, я уже вижу ваши улыбочки и слышу ваши ехидные шуточки, но ситуация крайне опасная. Коллектив был создан как торжество человека и науки, а любая религия является антиподом этих вещей. Религия принуждает верить, а не знать, подчиняться, а не творить. Как же все-таки еще слаб человек, если даже в эти дни торжества разума он ищет надежду в собственных фантазиях? Интересно. Продолжает покорять мир семимильными шагами. Опа. Интересно, да? Длинные и опасные процедуры. Да. Ебать, двери закрылись. Володя, вы чё? Володя! Ёб твою медь, опять тут какой-то кипиш нереальный. Бля, ну двери закрываются, это прям забавно. Я умираю. Откуда? Откуда? Вот тебе откуда, блядь. Давай, давай, выходи, выйдет. Сучара, блядь. Ну быстрее, 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 быстрее.
Так, а у дробаша есть что? Нету? Давай с этой мразью разбираться. Есть. Ебать, ну что такое-то, блять, откуда, сукины дети? Только расслабиться решил. Давай. 28 всего. Найс. Да, так, 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 достаю свою дубину, блядь. Пиздец, да? Блять, лежать. Фу. Это была нелегкая битва. Детальки собираем. Особенно, когда новые вылезли, я уже думал, что я откисаю. Так, братан, ты чё тут приуныл? И везде Элеонора, смотрите, как он... Странно. Отныне столько комнаты на подсейве. Полностью исключено. Элеонора прям действительно здесь некая такая сеть, да? Везде-везде коннектится и коннектится. Ну что, давайте смотреть. Кто отвечал за заполнение карточки на Полим? А, вот оно, я нашел. Все, я нашел. Я нашел. Я нашел, друзья. Всем привет еще разок. Смотрите, друзья, вон оно. Вон оно, вон оно. Я уже вижу отсюда. Ну чё, как оно? Давайте читать, ребят, вместе с вами. Очередная отсылка в Atomic Heart на наших героев меча и магии. И не только, это уже третья отсылочка. Я уже вижу вот эту вкладочку, поехали вместе. Дорогие коллеги, председатель горисполкома города Озерска, товарищ Шальчинов, учредил проведение турнира по внутрисетевой компьютерной игре «Хоттабыч». Третьей версии. Принять участие может любой желающий с социальным рейтингом выше 7,5. Призовые позиции, 3 путевки в КНР. Вот. Ну и я немножечко поясню, потому что многие спрашивают, да, напомню, что живу в Озерске, фамилия моя Шальчинов. Играю я в Герои 3 третьей версии, а версию играем мы Хота. То есть, да, тут вот именно так вот решили завуалировать Хоттабыч. Вот, и можете принимать уже участие. Насколько я знаю, здесь еще будут отсылки на героев. И, конечно, это забавно. Клепаните, будьте любезны. Выложим, так сказать, для истории. Это приятно. Это приятно. Ребятам, конечно, разработчикам огромный респект, что уделяют внимание, что общаемся, что следят за геройской, с геройскими событиями и в своих играх тоже упоминают. Это кайф, конечно. Кайф видеть такое в играх. Это приятно. Вот такие дела. Да. Дорогие коллеги, председатель горисполкома Озерска, товарищ Шальчинов. Все на турнир. Кстати, заметьте, от Дмитрия Турчинского сообщение. Взрывных реакций. Хоттабыч, третья версия. Кто вообще поймет, что Хоттабыч, третья версия, это про героев? Забавно. Забавно. Ну все, летим участвовать. И где-то будет еще специальный медальончик на эту темку. Вот. Так что мы наконец нашли. Мы наконец нашли, друзья, наконец. Ну, это не составило труда. В общем, вот здесь это место находится. Вот здесь вот можно прочитать про третьих героев, про Хоттабыч, про турниры и про председателя Шальчинов. Это уже третья отсылочка в игре, между прочим, да? Две в основной версии, это в третьей.
Это в этой. И будет еще одна, ребят, насколько я знаю, здесь будет именно где-то про самый герои. Так. Лёва, там студенты из группы В2 новую пищу для космонавтов разработали. Ага. Зовут пробовать, пойдешь? Здорово. Так, Шура, мы же с тобой химики. Ну, а, в комнате химики. Босса, и они химики. Ну да. Ну так ты пусть чего? И разрабатывают, да? Ну конечно, мы попробуем, Шура. Только завтра. Сегодня они пусть сами пробуют. Вот-вот, я про это и говорил, да, видишь, они разрабатывают еду. Говорит, мы с тобой химики, да, и они химики. Вот пусть сами и жрут. Так, ну чё, пойдемте сюда сходим. Продолжает покорять мир. В комнате босса, да, было где-то, я пропустил. Там должен быть медальончик, да, про третьего героя, вот здесь вот. Вот здесь вот где-то. А где найти? Подсказывай, если что, что-то пропустили. Если отсылку какую-то, говорите, ребят. Вот она. Да. Я герой. Смотрите, друзья, мы нашли. Найден инвентарь. Да, я сейчас повыше подниму. У нас вот, смотрите, найден щебетарь. Я герой. Послушаем, смотри. Блин. Я проебал, надо послушать зайти. Так. Лор. И как его найти? А вот он, щебетарь, я герой. Прикинь, председатель горисполкома города Озерск, товарищ Шальчинов, учредил турнир с занимательными призами и подарками по новой игре от комплекса ВДНХ. Там надо книжки собирать, мудростью обладать, целые замки строить. Интересно, в общем, глаз не оторвешь. Интеллектуально. Как шахматы, только играют два ферзя по очереди и коней двигают. И ни одной пешки. Ты, Санька, как хочешь, а я буду участвовать. Там надо книжки собирать, мудростью обладать, целые замки строить. Интересно, в общем, глаз не оторвешь. Интеллектуально. Как шахматы, только играют два ферзя по очереди и коней двигают. И ни одной пешки. Пойдет. Прикинь, председатель горисполкома города Озерск, товарищ Шальчинов, учредил турнир с занимательными призами и подарками по новой игре от комплекса ВДНХ. Там надо книжки собирать, мудростью обладать, целые замки строить. Интересно, в общем, глаз не оторвешь. Забавно. Забавно. Забавно, забавно. Спасибо большое. Спасибо, мэн. Спасибо. Спасибо огромное. Ценю. Спасибо, ферзю. Спасибо. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. По кайфу. От души. Хорошего отдыха. Так, в прошлой еще отсылка к взрыву была. Руководитель кафедры. Так. Десятичасовая версия есть? Ну, наверное, есть. Наверное. Респект тебе и разработчикам. Да, спасибо, ребят. Да, на самом деле, сама игруха прям, конечно, достойный проект, который, мягко скажем, удивил. Удивил. Ожидали. Всякого ожидали. Но то, что получилось хорошо, это, бля, дорогого стоит. Так, бусы взяли, все взяли, идем дальше. Тут камео Алинарин есть. Мы знаем, мы нашли его уже. Мы его нашли уже, ребят. Вот эту вот фразу, кстати, вот при всем респекте, да, так сказать, вот именно вот эту вот, вот это камео, да, вот это, как раз мне предлагали озвучить, но я что-то как-то, все как-то не это. Решил, что лучше пусть озвучивает профессионал. Прикинь, председатель горисполкома города Озерск, товарищ Шальчинов, учредил тур... Не знаю, у него лучше получилось, ребят, чем я. Прикинь, председатель горисполкома города Озерска товарищ Шальчинов учредил турнир с занимательными призами и подарками по новой игре от комплекса ВДНХ. Там надо книжки собирать, мудростью обладать, целые замки строить. Интересно, в общем, глаз не оторвешь. Интеллектуально, как шахматы, только играют два ферзя по очереди и коней двигают. И ни одной пешки. Ты, Санька, как хочешь. А я буду участвовать. Перебор. Поехали. Идем тащить. Идем тащить. Опа, блядь. Не, ребят, я буду гуся озвучивать. Так, гусь Пашу.
Мерзкий садюга! Ну ты кретин, Сережа! Эй, гусять души! Уезжай так близко! Поцелуй мою паку, смотри! Перещи! Так. Питали. Питали. Понятно, что не с первого раза, понятно, что это надо все тренироваться. Озвучка это очень сложная штука. Так, давайте разбираться здесь. Ой-о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 й. Плюс-плюс-плюс, плюс-минус-минус-минус-минус-плюс. Ну, давайте, три плюса. Плюс-плюс-плюс. Ёбаный. Снова эта штука, ну, конечно. Первая была плюс-плюс-плюс. Можно я тихохонько ругнусь? Да ладно, не ссы. Сейчас справимся. В пустых-то стенах какой простор для творчества? Да ладно, ладно, не бузи. Так, еще разок, дайте посмотрю. Вот оно, да? Вот оно. Так. Так, собрался, разобрался. Это я согласен. Плюс, 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 плюс. Три. Как оно считается, интересно, да? А, да как ее... А, чтоб ее... Жесть, как он начинает дезморалить с нулевой. Не, ну тут, тут пизда, блядь. Тут без пивка не обойдешься. Так, еще разок. Нам надо... Я сейчас разберусь. Спокойно. Сейчас мы разберемся. А, ну вот отсюда идет, да? И получается, что отсюда или же отсюда надо наставлять. Еще разок. Раз, два. О, было, было, было. А, вот оно. И надо вот сюда как-то перетянуть. Раз, два, три. Так, Саня, камеру. А где, подождите, где, кстати, где эта табличка-то, которая была? Где ее посмотреть? Вот она. Нет? Прикольно так потрогать охота. Прям смотрите, как, блядь, сделана охуенно вот эта штука. Как прям настоящая схема. Так, три синих надо сделать. Плюс, плюс, плюс. Три синих надо сделать, да? А, вижу. Все, понял. Я понял. Вот он идет. Вот он идет. Раз здесь разветвитель надо ставить. Отлично. Разветвитель здесь надо ставить. Здесь. Это ничем не зависит. Это. Одинаковое. Хорошо. Как перейти на ту сторону? Давайте подумаем, как перейти на ту сторону, чтобы оно было. Это у нас прямая, это прямая, это прямая. Они все прямые. То есть даже если ты вот эту ставишь прямую, то оно так не работает. Это точно сюда. Сейчас я сделаю. Это же у нас как-то странно работает, да? Как будто бы. А, вот она. Подожди, стоп. Сейчас найдем. Как вот эту синюю сюда перетянуть? О! Я понял, как ее перетянуть. Вот так, да? И нихуя. Сейчас сделаю, это луч. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь раз, два. Здесь все четко. Здесь точно трогать не надо. Наша задача как-то перетянуть вот эту секцию сюда, вы понимаете? Банки не перела... Вот она, банка. Банка прямая. А зачем... Ну-ка, подожди, а если я вот здесь вот нажму что-то? Она не может быть синей, правильно? Они все три синие.
Синяя только оттуда, по левой стороне. И как отсюда туда закинуть, блядь? А, я понял как, смотри. Нам же здесь не нужно преломление, правильно? Ну-ка. И получается ее так туда вытащить, да? Так. Левые две трогаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Эти красные вообще, да? Они, их бесполезно трогать, правильно? Вот эти вот. Они красные. Какая разница? Эту? В эту кто-то должен впитать. А чтобы в нее впитать, надо вот оттуда как-то забрать. А оно не забирается, блядь, потому что эта хуйня не переключается. Переставь правую. Да я ебу, что ли, какая для вас правая, какая для левой, ребят. Вы что думаете, тут это так вам просто, что ли? Еще раз. Эти строчные. Строчные. У нас вот важное. У нас вот разветвитель есть. Его нельзя вообще трогать здесь, боже мой, случайно. А, вот, стоп. Ну-ка, если вот эту. Я нашел, да. Горжусь собой безмерно. Все. Но вида не подаю. Молодец, это точно. Все, я нашел. Мне нужно было найти просто вот эту штуковину. Так, мы сюда все вставили, все сделали. И что здесь получается? Открыли какой-то проход, верно? Вниз. Вижу. Хаттабыча нашли. Так. Семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека полностью исключен. Там опять гузи, блин. Может, не будем усугублять ситуацию? Ты у меня на компу. Давай, ломай меня полностью. Ладно, ЛД посрался. И пусть... Перейдем. Я достал. Вернись. Я сейчас встречу. Опарыш. Сука, прям пиздится, смотри. Будила конченый. Будила, говорит, конченый. Кажется, надо лопаты их хуярить, блядь. Так. Что бы мы делали без перчатки, да, в этой игре? Я выйду, ебу. Ух ты, нихрена себе. Так. Доступ разрешен. Пробуем сюда. Берем, наверное, штуки 4. Патронов жесть как не хватает. Одну выпиваем. А! Майор, оружие или способности? Оружие. Так, нам дали какой-то склад или какое-то, да, какое-то улучшение. Я даже не увидел какое. В целом, вот это прикольно смотрится. Я не понимаю, почему здесь у нас огромный урон со звездочки, да? Но нам... не получается... использовать 1200, техностазис, установить, возврат, приостановка течения времени, полимерный щит, установить, получить, щит, повышение эффектности заполнения, давай, ну допустим, да, энергия персонажа, здесь у нас все вкачано, персонаж полностью все вкачано, вообще все, что только есть, это мы еще с DLC-шки качали.
но в этом. Энергия персонажа. Персонаж с тузом, массовый телекинез. То есть у нас сейчас здесь вот эти вот шок. Шок у меня, насколько я знаю, тоже полностью прокачан. Правильно? Шоком я активно пользовался, он у меня мощно прокачан. А вот здесь вот. Щитом технастазис. Технастазис. Направляет энергию защитные костюмы, снижая получаемый урон. Так. Ставшая классической технологией ускоряет перезарядку способности, фокусирует магнитные временные пузыря. Так. Значительно повышая по ним входящий урон. Равномерно перенаправляет накапливаемую энергию магнитных полей на модули всех способностей перчатки. Так. Концентрирует технастазис, значительно замедляя противников при неподвижном использовании. Ага. При активации технастазиса отталкивает противников от источника. Идет. Более точная настройка позволяет увеличивать радиус действия. Это технастазис. Выглядит он вот так. Устанавливается он у нас, есть на кнопочке, верно? Он везде устанавливается, все окей. Полимерный щит. Технастазис — это как раз замедло, да? Это самое важное. Снабжает перчатку, что увеличит... О, тоже хорошо. Заебок. Так мы фул прокачали его, замедло. Полимерный щит, все, нас все устраивает, да? Пойдет. Так, сюда нажму. Запись будет на ютубчик. Наверное, ребят, наверное, что-нибудь посмотрим. Так, улучшение. Давайте еще раз посмотрим. Секатор. Дубина звездочка. По идее, звездочка достаточно серьезная история. Увеличивает скорость атаки, но не хватает ресов. Да, потому что я, видишь, аптечки покупаю. Но рукоять надо первым делом поставить. Сокрушительный удар, апперкот, убийство врага. Вот это бы качнуть. Вот это бы прям качнуть. Вот это то, что я хочу делать. При нанесении П3 может, не может упасть от удар противника. Тоже срочно надо. Увеличивает контрудар. Увеличивает время нокаута противника. Это не обязательно. Диск, дополнительная пила, верхнее лезвие, базовое лезвие. Улучшить. Я хочу больше пушкой просто бить. Вот этой милишной, понимаете, прям больше. Создание боеприпасов давайте немножечко сделаем. Патроны для ПП тоже там жесткие. Тебе улучшение для лазера дали, да? Я не увидел. Авторизация. Давай попробуем. Улучшение для секатора, да? Катушка. Требуется рецепт. Магазин, требуется рецепт. Преобразователь увеличивает скорость спецатаки. Ну, давай. Товарищ Шальчинов, спасибо за этот чудесный стрим по Атомику. Меньше, чем 3. Спасибо, солнце, спасибо. Он такой немножечко, знаешь, такой это, разбираемся, так нас тут, как говорится, игра в такую некую зону дискомфорта тебя ставит, да, раком. Ну, ты, наверное, знаешь. Вот, и здесь, ну, я имею в виду в игре, да, то есть и здесь, конечно, да, здесь прям столько экшена, комментировать его крайне сложно. Надо больше играть, больше кайфовать. Ну, я имею в виду, ребят, еще разок я про это... Спасибо тебе огромное, спасибо, спасибо. Ну и спасибо, что терпишь мои дурацкие шутки, без которых, ну как без них, ты согласна? Так, патроны, патроны для дробовика. Давай сюда, сюда. Шучу, шучу. Да балдею, балдею. Ну как, ребят, ну я знаю, у нас девчонки много смотрят, они уже привыкли. Так, поехали. О, смотрите, как замедло стало лучше работать. Сейчас будем разбираться. Опа, еще Аленка. Аленка. Так, и Аленку мы кидаем на кнопку Т или на какую? Напомните, пожалуйста, как ее кидать. Кто помнит, как кидать Аленку? Итак, V это наша молния. E это наш щит. Видите, щит. Вот, щит. Q это замедление времени и нахождение слабых мест. X сюда, C сюда, Z. Через таб. А, таб, Аленка, да, таб, двойка, да, вот так вот мы ее кидали. И есть еще сгущенка, увеличивает урон, кстати, раньше она вроде временно отхиливала. Сейчас увеличивает урон. Сохранись, давай. Я вроде нажимал. Пойдем. Муза везде долбит, никуда не зайдешь. Ну, идем потихонечку. Опа, ворота закрылись. Так, и... И где началась ёбка? Здесь. Здравствуйте. Тихо, тихо. Ёбанька началась, да?
О, нифига себе, 40 патронов для ПП, это серьезно, блядь. Этим... О, какой Вовчик, это жесткий Вовчик, ребят, черный жесткий, вот этот Вовчик, это жесткий, блядь. Вова, блядь. Охлади жопу. Так. Сохраниться была хорошая идея, да? Видимо, слишком жестко я наебал Вовчика. Так, а стрим идет, да? Все в порядке. Ладно, ладно, без проблем. Патч, говорят, залили уже, видимо, знают про это место и уже залили патч. Вот, и так что... Окей. Вот, мы здесь, да? Так. Единственное, что одну аптечку еще возьму. И погнали. Ну, пойдемте смотреть, как это место будет работать. Не получится ли у нас эффекта мертвой петли? Тут только серый, святых нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих бусин нужная. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный. Он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации автоматической ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать занудному старикашке. Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Так, мне тут не надо знаю. Что-то придумать. У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. О, смотрите, их нужно загнать вот в эти штуки, что ли? Ух ты, что? Не знаю, милый, говорит, придумай что-нибудь. А вот мы и получили секатор-магазинчик, да, будет больше. Тоже вещь полезная. Видимо, мне нужно закинуть их сюда и закрыть лишние как-то, да? Не просто так мне дают вот эти комнаты, которые я могу закрывать. Каждая своя, смотри. Я думаю, интересно, что тут надо сделать. Тут чел лежит, блядь, сидит. В ахуе. Видишь, я могу их закрывать. Как будто бы лишние могу закрывать. А есть вот такая тема, да? Сейчас будем разбираться. Так. Ну что, блядь? Ебать, я Вовчика активировал, блядь. Володя, подожди, не еби синий. Не, вот это ПВП с этими типами, оно самое охуенное вообще. Не, погасил его, блядь. Найдите способ отделить лидера бус от остальных. Ну, я понимаю, да. А этот что, взбесился, да? Он же вообще жесткий, да? У него там миллиард хп в этой твари. Ебать, он угарный. Чё он творит, дядя? Сейчас отсекем. Да, у этой мрази очень много. Но она рассыпалась. Несмотря на то, что... Сколько же у вас, ёпту иметь. Сейчас мы вас будем отделять. Да, роботы теперь то, что по два раза, это прям прикол. Так, поехали. Ну, давай. Сидит дед, во сто шуб один. Кто его одевает, тот слезы проливает. Докопаться бы до мякотки. Что-то пойдет, поплыло куда-то что-то. Докопаться бы до мякотки. Да какой мякотки? Так, я думаю, что это 100% сюда и закрывать надо. Видите, что-то происходит. И когда он останется один? Докопаться бы до мякотки. Что
чем-то должен быть. До нужной сразу и не добраться. Ага, отлично. Нужно это, короче, последнее, понял? О, подожди, какой-то звук был странный. Отделить. До нужной сразу и не добраться. Ебать, ты положь эту палку, ты положь эту палку-то, ебать. Ты палку-то положь. Он сычара, блин. Сейчас я ему ёбну. Ух ты, а смотрите, а почему вот это вот, ну... Вот она, да неужели? О. Быть такого не может. Погоди, а если она настоящая, то ее нужно туда оставить. Пацаны, вы откуда? А, я понял. На, Володя. Сука, блядь. Шестая на месте. Чё за звук? Чё за звук? Чё за звук? Чё за битва пошла? Так, нам сюда. Продолжает покорять мир семимильными шагами. У нас, если я не ошибаюсь, там усиление. Усиление нашего секатора. Давай смотреть. Секатор. У нас появился магазин. Установить. Отлично. Улучшить мы его сразу можем. Вместительность аж на 150. Чуть-чуть не хватает. Катушку пока тоже не получается. Улучшить тоже не получается. Хорошо. Тогда дайте, пожалуйста, нам боеприпасов на секатор. И дайте нам побольше. Доброй ночи, как игра? Хорошая DLC, гордитесь ли нашими ребятами? Планируете ли играть в BG3? Привет, вчера играл в BG3, можешь посмотреть. Как DLC, по кайфу, пока проходим, кайфую. Горжусь ли я нашими ребятами? Горжусь всеми ребятами, всеми, кто что-то делает, всеми, кто куда-то двигается, но уж тем более нашими. Спасибо большое, спасибо. Так, боеприпасы, еще разок, патроны, да, давай возьмем. Все имущество коллектива. Еще остались те, кто бездумно сопротивляется полимерной. Поехали. Наши кипрские ребята лучшие, дубайские тоже ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте сюда сходим, посмотрим, что здесь. Что это за дела? Нахуй. Садюка. Все получат по ебалу. И Сережа. Все получат по ебалу, и Сережа тоже. Вы это слышали? Все, говорит, получат по ебалу. И Сережа тоже. Ну-ка. У меня аж теперь пушка бьет туда. Два. Типа за ними тоже бьет, понял? Все получат поебалу. А прикиньте, американская версия, как она там звучит? Они же, ну, как бы юмор-то, ну, у них другой. Как они это выкупают? Так и знал, что здесь какой-то рецепт. Так и знал. Так и знал, что здесь обязательно что-то будет. Да, видите, он мне говорит, куда ты бежишь, типа того, да? Все получат по ебалу. И Сережа тоже. Не просто так эта комната, не просто так. Блять, умереть можно.
хорошая пушка, это секатор. Не хватало вот такого автомата, знаете. Мне, конечно, я по Калашникову скучаю. Но это тоже хорошо, прям под динамику, так сказать. Так, и сюда надо еще одну, да, сувать? Ага, сюда, видимо, позже заходить надо будет. Продолжаешь покорять мир семимильными шагами. Ага, и здесь Элеонора человек. Интересно, интересно. Сюда, видимо, позже, друзья, да? Сейчас я чуть-чуть гляну, что здесь вообще. Мне кажется, сюда позже. Ты, кстати, Сережа, я знаю, знаю. Нам вот сюда. Да? Нам вот сюда. Ангар 7. Ангар с воздушной техникой. Интересно. Ёбнулся, сколько всего. Давайте изучать. Обидно. Ладно. О, пошло дело. Так, ангар с воздушной техникой. И в чем заключается смысл ключевой сие истории? Я достану тебя. Че, засал, Сережа? Ну и у кого теперь гусиная кожа? Зассал Сережа, у кого теперь гусиная кожа. Думаете, вот этого развалить? Их откуда-то бьют. Здесь огромная локация вообще. Сиди, думай, куда идти. Да сколько же вас, мать вашу? Давай пока по стрелке идти, а там разберемся. Нам, судя по всему, сюда. Здесь он челик сидит. Вылазь давай, блядь. О, здесь меня, я Денис, давай-ка. Ублюдок, мать твоя, ну иди. Бля, это главный босс. Да, ублюдок, да. Мать твоя, а ну иди сюда. Жри говно. Тоже хорошо. Покорять мир. Так. А жевать будете? Мы молодые люди. Ебать. Тихо. Ебал. Ну, иду. Так, а что там? Что, простите, надо сделать? Выловите все. Ага. И... Да, сейчас будем аккуратно отрабатывать. Да, пушка что надо у нас. Есть.
лопает. Вроде лопает, вроде все хорошо. Вот за счет вот этой звездочки копить ресурсы очень круто. Очень. Ты просто бегаешь, всех вот так ебашишь и ресурсы копишь. Прям вещь. И вон, смотри, что даже взяли какой-то секатор бластер. Ой-ой-ой, это было опасно. Хрена себе. Так и отъехать можно, блядь. Что там за ним? Давай посмотрим. О, нифига, какой-то крутой ящик. Секретный. Явно секретный, да? Этого я разъебал. Так, иди сюда, блядь. Есть. Ну что тут, мужики, у вас? Есть. Ну вот уже пошло полегче, да? Надо назад больше смотреть. Здесь вот это ничего не пропустить. Зелочек все залутать, все посмотреть везде, всюду. Парам-парам-парам-парам. Ты на альте особо сканируешь? Не, особо что-то не сканирую. Но надо почаще сканировать, я согласен. Я согласен, что надо сканировать почаще. Продолжает покорять мир семимильными. Бля, я хотел бы вниз. Ебать, тут... Аленка, не забывайте использовать Аленку. Так, стоп, я готов использовать Аленку прямо сейчас. Так. Рада акробаты. Вот же лепится, ебучка. Маленькие шумышки слишком ебануться, самостоятельные. Они сами выбирают калибрацию. Но ты же не откажешься ставить мне эту бусинку, любимый. Подарю обязательно. Ёбаные рот, друзья. Ни хрена себе, ни хрена себе. Получили достижение Красный Октябрь. Смотри, видимо, это оно. Так. Ха-ха-ха-ха, бля. Так. Главное не зажиматься, главное не зажиматься. Пиздец, 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 блядь. Эта комната жесть вообще, да, да, судя по всему, да. Но самое главное, я сохранился хорошо перед ней, друзья. Самое главное, сохранился, и мы где-то здесь. Комната действительно жесткая. Я даже... У меня причем хп-то, видели, не улетало. То есть я, по сути-то, жил. Доступ разрешен. Так, здоровье, да? Две аптечки. Авторизация. И все-таки просто патронов. Все-таки просто патронов. Это все, что нам надо. Давайте. Сейчас будем ебать жопой. Поехали. Давай. Как же он хорошо начинает себя вести, как только молнии получает по ебалу. Бля, я уже кинул ее, да? А давай еще вот это съедим. Сгущеночки, блядь. Сгущеночки наебнем. Ай, хорошо. Рада акробаты. Вот же вертится ебучий. Маленький шумышка слишком самостоятельный. Они сами выбирают. Ебануться, ребята. Ебануться. Подарю. Задельно, если эти милые пустики меня по полу не размажут. Ну
давай, двигайся, двигайся, но пока нормально. Ебаный рот, блядь, перезарядит эту штуковку. Давай, чел, давай, 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 давай. Ракеты какие-то летят туда-сюда. Ну, вроде нормально. Остался один. На нахуй. Изи. Неужели Элеонора не догадывается, для чего эти бусинки, друзья? Она же 100% догадывается. 100%, правильно? Это же, ну, типа, умнейший интеллект. Да не, ну не сразу. Сейчас. Лутаю здесь, как тварь. Анальные бусинки, здорово, здорово. Анальные бусинки, это, конечно, вещь. Если только не в твою жопу. Так, ну давайте смотреть. Новый биом. Послушаем. Сканирую лут, да. Так, мне Жанна Аркадьевна рассказала, откуда у нас эти болотные джунгли. Вы с учеными Вавилова в битву умов поиграть захотели? Да нет, просто они пошутили. Мы отшутились, пошло-поехало. Но мы все уберем. У нас уже есть план по гербицидам и осушению. Отставить! Не надо ничего убирать. Мы вас прикроем. Ничего. Я подготовила постановление. Скажем, что это был запланированный эксперимент, создание болотистого биома в бурных условиях, прорыв и эксперименты в целях изучения терраформирования. Да? Правда? Спасибо. Спасибо огромное. Будете должны. Залутаем. Так, детские игры. На всякий случай еще раз хочу заверить вас, что поводов для беспокойства нет. Понимаю, что непривычно, но вскоре и вы, и весь персонал предприятия освоитесь и осознаете все преимущества новой системы. А пока... И ей, и вам требуется время для адаптации. Она сейчас как ребенок. Ей все интересно. Только прошу, не грубите, не учите ее плохому. В Ярославской области, в городе Рыбинске, группа молодых октябрят, которые побывали на предприятии с экскурсией, создала свой комплекс, в кавычках, разумеется. Это скорее игра, чем что-то серьезное. Назвали его «Комплекс Чаво», что расшифровывается как «Чародейство и волшебство». У них там очень милые игры, волшебные палочки на квантовых спутниках. Тонастях, мантии-невидимки и якобы на преломлении света, заклинания по ГОСТу и всякое такое. Думаю, мы должны сделать репортаж, подчеркнуть, современная наука — это буквально магия, и какой-нибудь подарок им отправить, пусть учатся. Так, отсылка к Стругацким пошла. Игра на референсах, да? Оно боится. Ну-ка. Оно боится — это отсылка к этому. Какие там тесты Тьюринга и китайские комнаты? Звездный десант. Вот вам доказательство, самое важное.
Итак, я говорю, отсылок, ёбнешься. Искусственный интеллект доказал свое самоосознание. Как? Он боится. Точнее, теперь уверенно можно сказать, что это она. И она боится. Она и боится. И вдобавок фокусирует свой страх на физическом объекте. На игрушке, волчке. Это же замечательно. Она в ужасе. Так, звучит немного неправильно. Не замечательно, а полезно для науки. Бедняга. Оно боится, это звездный десант, насколько я понимаю, да? Все, работайте. Так, все залутали здесь, да? Окей, да, конечно, я говорю. А, кстати, здесь люстра была, ребят, можно было люстру скинуть, смотрите. А еще мне кажется, что кто-то здесь есть или нету. Давай, беру шарик. Да, в эти люстры, да, я вижу, что люстры были, да. Ну, уже поздно, бля. Видел, как я их скрутил, да? Седьмая установлена. Чтоб ты забыл! У меня такая случительная огромная парочка. Но ты видел, здесь меня, я тебе не издавай, корова. А знаешь что, Петри? Мне этот мир абсолютно... Мне этот мир абсолютно... Так, а если наверху, что у нас происходит? Ты у меня на компост пойдешь. Опачки. Это мы умеем. Это я легко умею. Реакция мангуста здесь, конечно, помогает. Ебать, что за комната? Нифига себе как-то стало, знаете... Столько всего стало. В плане, вот я даже сам не понимаю толком, куда идти. Вроде бы и там, и здесь какой-то экшен. Вон, какой-то сундук крутой. Прикольно, что они так сделали. Раньше, помню, более коридорно было. Сейчас вот смотри, постоянно какие-то отхождения. Так. Постоянно хуй пойми, куда идти. Так, вспоминаем. Ебучие пироги. У коллектива появились прямо враги. Что вообще происходит? Поговори с занудным старикашкой, когда поднимешься на поверхность. Мои сканеры засекли там одну из бусин. Не-не, там как-то, знаете, как-то было более линейно. Здесь вот что-то... А, вот здесь мы были, да? Это мы шорткат открыли назад. Все, понял. Сети коллектива 2... Не, ну там тоже были, да, согласен. Ладно, пиздеть не буду. Там тоже всякие секретики были. Здесь просто... Именно я даже сам не понимаю, вот куда толком идти. Как будто бы огромная локация, и мы пытаемся найти в ней вот эти штучки. Ну, пойдемте сюда, нам хотя бы показывает. Там уза ебаш. Дышит что-то, видишь? Оно живое. Так, и как туда попасть? Что за подсказка такая? Может быть, я должен был просто уехать? Как вы думаете? Может быть, надо было просто уехать? Этих мы видели, ребят. Похоже, как будто бы мне туда. Ну, пойдем посмотрю, anyway. Комар, я на таком летал. Он исправен? Любимый, ты же не хочешь улететь от меня на этом комаре, ведь так? Я стерла его пусковой код на всякий случай. Мы будем вместе вечно. На всякий. Ты рад? Я очень рад. Бесконечно счастлив. Значит, комар исправен. Учту. Так, а комар-то исправен, и нам предлагают поехать на лифте. Так, пытаюсь разобраться, ребят, блин. Похоже, надо было просто на лифте ехать, не ебать голову, верно?
Да сохранялка-то не страшно, мы же не выходим из игры. Ну типа, чё мне сохранялка? Да еще раз. Короче, надо было, видимо, на лифте просто уехать куда-то и все. Вот здесь вот. Верно. А лифт-то и не работает, блядь. И мне осталась одна. А-а-а, вон оно что, Юрий Бенедиктович. А-а-а, я-то думал, я проебал что-то, оказывается, это так и надо. Так, хорошо. И куда мы тогда движемся? Давайте попробуем сюда опять. И сюда. С запуском сети коллектива 2. Вон этих сохранялок здесь, мама, не горюй. Ну-ка. Вот, видишь, 7 из 8. Закладывай не хочу, как говорится. Ты думаешь, я тебя не... Выебанный ты пирог, не чаев. Жри говно. Шаг на пути к вершине. Так, надо найти. Надо найти. А карты нет. А карты нет, а надо найти. С запуском сети коллектива 2. А где искать? Сейчас будем искать. Гусь не убиваем? Нет, нет, нет. С запуском сети коллектива 2. Хотя вот как будто бы, знаешь, как будто бы вот я правильно сюда шел. Тихо. Ну ты что залез-то? Отпрыгивай. Так. Давай сюда еще раз попробуем. Явно же это ведет сюда. Ну явно. Согласись, не по компасу, как говорится, а по зову души. Ну ведет точно сюда. Спасибо огромное за хост, спасибо. Вот, сюда явно ведет. Но третьего не дано, блядь. Вот оно. Прям в дверь вот это ведет. Что-то здесь должно быть. А, вон. А, я не увидел. А, что не сказали-то, ё-мо. Так. Всем привет, ребят. Всем здравствуйте. Проходим Atomic Heart. Надо будет толчить эту, я все понял. Это жесть. Тут надо будет телекинезом. Всем здравствуйте. Так. Так нравится мне эти сундуки открывать, это пиздец. DLC сколько стоит? А я не знаю. Дешево стоит, дешево. Выберите желаемое действие. У меня просто Battle Pass, ребята, куплен. А так я не знаю точно, но, по-моему, стоит дешево. Если я не ошибаюсь. Типа не какие-то заоблачные там. Что-то там, ну, короче, блядь, деньги такие. 300 рублей, да, типа что-то такое. Выберите желаемое действие. Так, давайте улучшать, смотреть. Секатор, да? Катушка, увеличивающая урон. Коллектива напали на выдающегося советского ученого прямо посреди комплекса человек. Давайте разбираться. Все работает? Да, F5 нажмите, пожалуйста, будьте любезны. Все работает, да? Отлично. Обновился стрим. Ну да, что поделать. С запуском сети коллектива 2.0 мир преобразился. Тут ничего не поделать. Сделала шаг на пути к... Дотстера закажем? Закажем дотстера, базар ноль. Дотстера сделаем. Нихуя себе, прям чистый Half-Life, снова, да, такой? Эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Ага. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Кстати, я интересно. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Что это такое за слеза-то реально вот летающая? Вот тебе и мозг, Элеоноре. Масштабные у тебя апартаменты, подруга.
Ни хрена себе, это мозг Элеоноры. Это жена его. Возможно, возможно, ребят, вот эта слеза. Возможно. Он видит только он ее. Кто же еще-то? Так, что-то это как-то опасно все выглядит. Подожди. Ага. Ёлы-палы. Так, а тут точно ничего не надо сделать? Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, ногу сломит, блин. А почему 7 из 8-то? Ёбаный рот. Ёбаный рот. Так. Элеонора, так что это такое, слеза? Рождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Так. Не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их расу ломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать, дорогой. Ты же военный. Значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. Это, блядь, на своей волне. Прошлое пустое твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. Нихрена, какая красивая локация. Так. Помоги мне. Вот это да. Че это такое? Вы что-то мне говорите? Красивое сооружение. Я в мемориале Менделеева. О, Дасок. Дождливым вечером, вечером, вечером. Охуеть, блять. Работающая штука. Это что-то новое. Так. Это очень даже удобно и кайфово. Блин, эта пипка вот настолько советская, да, вот посередине, блять, вот это вот. Прям, блин, я говорю, арты, дизайн вот этих историй. Так, Саня, привет, здорово. Прикольно, вообще прикольно, что у нас есть локации, да, мы можем летать по ним. Вот на этой штуке. Пусть даже фаст-тревелом, это круто. Ебать, куда я полетел? Подожди, мне же назад. Так. Менделеева, ну-ка. Вот здесь вот меня надо, чтобы остановили. Чтобы она вниз не летела. Бля, ну только не открывайтесь ворота. Вот здесь вот высади. Во-во, нормально, нормально. У тебя тоже советская пипка, да? Можешь пососать. Так. А что тут написано? Бром. Таблица Менделеева, понял? Бля, ну это угар. Так. Зачем? Видимо, потом, когда будешь фармить, здесь бегать что-то. Так, давайте вот сюда.
Ох ты, блядь, убивает меня. Не могу выбраться, блядь, опять. Меня, когда меня лочит в углу, это пиздец. Так. Ну, перезаряжай, дядя, чё сидим-то? Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Лучшие друзья девушек мне дали ачивку. Это бусы. Обещание выполнено. Здорово, бот. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Во-во-во. Бля, УАЗик, сука, пиздец, я ору. Не знаю, мне кажется, люди, которые вот фанаты, знаешь, вот там, вот, допустим, там... Там условно там 38 плюс, меня тебя кипятком ссутся здесь от всех вот этих приколюх. Прикинь? Батя твой сидит, играет, блядь, и просто слезу пускает. Тачка здесь летать будем, да, 100%. Да, тут ты типа открытый мир. То есть ты проходишь DLC и возвращаешься в открытый мир. Да. Нет, так да, да. О. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Так. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ага. Что? Какое дело до других? Ага. Ага. Так. Угнаваться кому-то, если у меня она догадалась. А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. Вот это да. Может, зря он планы свои так рано говорит? Чё думаете? Может быть, зря? Всё-таки у неё слишком много власти. Может, стоило подыграть там ей? Она догадалась? Интересно. Проникните в колыбель Элеоноры, друзья. Кто хочет проникнуть в колыбель? Как хочешь, дорогой. Но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это. Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи. Верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как интересно, мы дальше будем это решать? Она начинает манипулировать. Деактивируй летающую лабораторию. Полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Не все так просто, сука. Не все так просто, блять. Видишь, что происходит, дружище? Вот такие дела. Так, что мы делаем? Мы теперь не можем, блядь, управлять, и мы теперь не можем эту схему выставить, верно? Угу. Ёбаный рот. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, пойдемте к Лебедеву. Разводит. Не, ну она что-то явно может знать. Она может знать. Она пытается выжить, это понятно, но она что-то, ну, то есть она что-то знает, это точно. Согласен? Я думаю, что ей еще сказать.
это вообще кайф, да? То, что раз, оп. Каждая пушка там что-то наводишь, что-то там, блядь, вращает, что-то тут дробаш с прицелом. О. Ой, алё, куда стреляешь-то? Ну, у главного героя-то, понимаете, у него главная цель-то о себе узнать, о жене. О своем прошлом. О, нагревается, да, смотри, потом раз, охлаждение происходит. Вот посмотрите на анимацию. Я стреляю, посмотри, красный, да, и сейчас охлаждаться будут. Так, и что у нас получается? Мы сейчас летим, да? Угу. Ой, бля, вот это, конечно... Полетели. Ой-ой-ой. Бабка. Практически прицелись. Сережки, ты предал еще одного своего хозяина? О, да. Успокойся, бабка, не до тебя. Блядь, еще эта хуйня тут. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей гаденьке? Вот и выясни. Идиотов используют. Они обеспечивают информацией. Сечеров убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мог. Но вот ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Это следующее DLC, 100%. Следующее. Так, ангар комплекса Менделеева. Парк Свобода. Понимаю, нам сюда. Это следующее DLC однозначно с этой бабкой. Однозначно. В игре будет 4 DLC. 4. Ой, блядь, не туда лечу, сука. А так и знал, что комплекс Свобода. Да. Странно, что сюда вообще есть выбор лететь. Зачем сюда? Видимо, потом появится зачем, да? Все с красным полимером. Пока неизвестно, красный полимер по основному сюжету. Посмотрим, может, будет какая-то инфа. Нафига они добавили fast travel в этот ангар? Пока не знаю, но я уверен, будет ответ. Я уверен. Я уверен, что будет. Для чего-то нужен fast travel. Летим к нашему Менделееву. Что он ему скажет, интересно? Бабка правильно сказала, что ты хочешь еще одного чувака предать? То есть по факту-то мы, ну, как бы предаем, да, в каком-то смысле. Но он ради жены готов тут на все, тут, понятное дело. Кроме того, чтобы убить того, кто убил ее. Угу. Любишь не особо. Так, стоп, это что такое? Не понял. Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию. Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Так я это... не понимаю сути ваших претензий, ПТ. Да. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Согласен. Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии. Так, ты это в основном сюжете понял. Так, ну понятно. Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Ага. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий.
и забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Ну он все Без правильно вас говорит. Манипуляторов хоть очередь строй. Я согласен. Я был с вами честен и ваши согласен. Претензии не приемлю. Я согласен. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченому, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Бля, так-то вот... Вот мужик все по факту говорит. Мужик по факту говорит. Робот понимает, что его отключат. Да, он, естественно, что-то... Ну, короче, блин, вот это мне симпатизирует челик. Ну, давайте с Сеченовым поговорим. С самим Сеченовым, друзья. Самим. Ай-яй-яй. Подошел. Так, ну-ка. Петри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла. Ну? Но ее мозг сохранился. Фрагментарно. Чего? Тело блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю Катей. Ебучие пироги. Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Да. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней и не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память. Но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Сынок. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил, но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. То есть каноничная концовка, он не убивает Сеченова, да? Каноничная концовка, он не убивает близняшек. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию. Если она заподозрит обман, то изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаюсь. Да. Сеченов-то и не такой плохой. Да тут, в принципе, нету плохих. Предал еще одну женщину. Хорошо у тебя получается, крысеныш. Пиздец, она бабка, не конечно. Женщина, это механизм старая. Неважно, она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее. А она под себя хочет. Катю. Бабка, ебать, отвали, бабка. Сказано. Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. Пиздец, просто пиздец. Обе каноничные, но нужно подождать, чтобы понять, что это значит. Понял. Обе концовки каноничные, но нужно подождать, да? Да. Ну, пойдемте. Выберите точку назначения. Сам полетел, сам. Интересно. То есть мы договорились, нас успокоили, и мы пошли все-таки ее отключать, да? Вот так вот. То есть нас переубедили. Что в итоге? Не понравилось Baldur's Gate? Да кто здесь это сказал? Охуенная Baldur's Gate, ребят. Играйте, проходите, смотрите, если вам нравится D&D, блять, если вам нравится вся вообще охуенная, да, охуенная Baldur's. Отличная игруха. С чего вы взяли? Как и это, отличная тоже игруха и тоже отличное дополнение, которое мы пытаемся пройти, ребят. Кто сказал, что Baldur's хуёвая? Нормальная. Да, там есть минусы, которые мне не понравились определенно. Определенно там есть. Да, то есть геймплейные минусы, боевка там и так далее, и так далее. Но как D&D, это охуенно. Одна из лучших в своем, наверное, лучшая в своем. Так, будет ли после сегодня BG3? Нет, сегодня не будет, явно. Так.
Сегодня мы в Атомик играем, друзья, и проходим. Так, поехали. Не, Балдура заебись, она на любителя, но она заебись. Если вам нравится такой жанр, это лучшее, что есть, 100%. Вот. Ну что, пойдем смотреть. Я не знаю, будет ли там продолжение, не продолжение, как угодно там, да. Там есть, говорю, свои минусы, например. Да, действительно, для стрима она не так весело смотрится, и все вот эти боевки, я там, ну, короче... Я, ну, это отдельная тема для разговора. Сейчас давайте не будем этим забивать голову. Сейчас давайте пройдем DLC и решим. DLC там мне тоже надо было пройти. И я, естественно, ждал тоже так же. Залетели, посмотрели. Сейчас здесь пройдем. На Балдуру там ёбнешься времени. Балдур это ДНД. Кому по кайфу, пожалуйста. Так. Опачки, мы здесь. Давайте смотреть. Раз, два, три. Подключение сюда. Ёбаный рот. Допустим. Раз, два, три. Подключение, да? Сейчас все сделаем. Вон оно как. Ага. Момента. Каждая должна быть четко в своем месте, да? Все понял. Ну, давайте разбираться. Так, от пятерки. Значит, пятерка идет. Смотрите, давайте считать. Два. Два дал. Так, давай я сейчас попробую логику уловить. Так, например, вот наша схема, верно? Раз, два, три. То есть у нас есть раз, два, три. У нас у каждого сегмента здесь 4, здесь 2, здесь 1. То есть если к пятерке подходит двойка, то двойка красная, правильно? Двойка красная. У нас красная штука, двойка. И как понять, что она красная? Сейчас один момент, красная. Снизу ровно под ней. То есть вот здесь вот должна быть одна краснющая. А как найти красную такую? Как понять, что она именно красная? А, вон еще шары. А. Сейчас все сделаем, не переживайте. Так, раз, два, три, раз, два, три, да? Итак, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. То есть, если здесь 4, то мы должны найти 4. 6, 3, 4, 2. То есть, синее это 6. 6, 3, 4, 2. Тоби, 6, 3, 4, 2. Это 6, 3. 6, 3, 4, 2. То есть они все должны быть разные. Вот эти 4, они должны быть полностью все разного цвета. 6, 3, 4, 2. Я правильно понимаю? Да. 6, 3, 4, 2. 6, 3, 4, 2. Ну-ка, раз, два, раз, два. То есть они вот, они должны быть разного цвета. Вот. Теперь вот это должна быть вот это. Смотри. Или не вот это, то тогда вот это. 6, 3, 4, 2. Подожди. Стоп, стоп, стоп. Сиди. Не понял. Сейчас мы соберем.
не ссать, ребят. Все соберем, все сделаем. Ага, вот. 6-3-4-2. 6-3-4-2. Так. Странно, что это не подходит сюда. Какой не хватает? Синяя, желтая. Точно все здесь. Так. А где вы видите красную? Нужно 4 красных шарика. Я просто не вижу красный. А где она красная-то, эта хуйня? Еще есть? А, ву, ебать, я понять не могу, что за хуйня происходит. Ёб твою медь. Все, теперь понятно. Вот, 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 да, я вот теперь, да, теперь все окей. 6, 3, 4, 2, получается, это сюда, да. 6, 3, 4, 2, правильно? То бишь у нас, теперь давайте разбираться. 6, 3, 4, 2 совершенно разные. Все, понял. Теперь получается, что красная это двойка, ясно. Я еще, блядь, думаю, да ёб твою медь. Ну кто же знал-то, ебать, все так просто оказывается. 3, 6 у нас, это где 2 подходит. Так, 4 есть, 3 теперь давайте смотреть. 1, 2, 3, 6, 4, 2. 6, 4, 2, синяя. Вот сюда, смотри. Я понял. Да, еще раз. Пам-пам-пам. Пам-пам. Так, она третья. Раз, два, три. One, two, three. 4, 2. И у нас 3, только 3. 6. 2, 4. Может, 4. Красный. 6, 2, 4. Так. А четверка это коричневый комик, да? 6, 3, 4, 2. Желтый, короче. Это четверка. Правильно. Это четверка. Двойка это красная. О, стоп, стоп, стоп. Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода. Солнышко, подожди. Дороже твоей лживой любви. Ебучие пироги, волновой вихрь! Ой-ой-ой, смотрите, что происходит. И меня спасает попки моей жены. Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Давай, сынок. Близняшки заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет ебать, тебе красота. Помешать. Будет сделано, товарищ Сеченов. Товарищ Сеченов. Хуярин. И что, я сейчас буду в бою это делать? Ебать, ты что, издеваешься? Так, еще раз. Раз, два, три, четыре. Теперь вот здесь вот будет сложнее. Две. Две это три, шесть. Две это три, шесть. Три, шесть. Две это три и шесть. Две это три, шесть. Зеленая. Синий. Есть. Так, теперь. Теперь раз, два, три, четыре. Четыре это вот это. Шесть, три, четыре, два. Шесть, три, четыре, два. Шесть, три, четыре, два. А, стоп. Раз, два, три, четыре, пять. Это четыре, три, один, шесть, два. А один это кто? 4, 3, 1, 6, 2. 4. 3. Один, шесть, два. Один. Thank you.
вонючие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? Я У все нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. В процессе, что ли? Ты что, ебанутый? Нет, Аленки, бля. Так, а лампочек нет? Погоди, не понял, а вот с этим зачем он это дает? Так, схема. Мне надо отпиздить, дай тут штуку. Будем охуевать сейчас, да? Так. Пытаюсь понять немножко, что вообще происходит. Пиздец, да? Вот как от этой штуки можно наращивать? Правильно делаю. Что обе руки проход целому, блядь. Может, зачтется? Блять, ну ёб твою мать. Чего не лупится-то нам? Пиздец, как он мне сыпет пиздюлей? Это какая-то дичь вообще. Пиздец, пиздец, какой-то непонятный робот, у него зоны не подсвечиваются, да, он красного цвета, немножко непривычный. Вот, и я не ношу ему урон, у меня кончаются патроны. Ну, сейчас попробуем. Так, мы поставили, да? Вот, здесь есть шкаф. Мы сейчас просто затаримся. Майор, оружие или способ? Я что-то тут не знал. Так, здесь вот это возьмем. Нам этого хватит. Сейчас все будет. Ставка будет. Да мы пройдем сейчас. Вы что, какая ставка? Доступ разрешен. Здрасте, блядь. Здрасте, блядь. И понял.
Так, не понял, майор, почему. Оружие... А вот это не понял, боеприпасы вроде взял для секатора, а нихуя, да? А что за скам на патроны? А что это было? Доступ разрешен. А что это было, друзья? На складе? А, у меня типа места нету, я понял. Склад, да, ну-ка, инвентарь. Так, ну-ка. Выберите желаемое дерево. Вон оно чё. Слишком много аптечек. Так, давайте вот эту хуйню сюда положим. Дробаш, пистолет, автомат. Так, как у нас автосортировка R, да? Ну все, думаю, будет окей, в принципе. Аптечки есть, все есть. О, поехали. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство, я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этого не бывает. Ты умрешь. Посмотрим. Хорошо получается. Блять, да что за хуйня, ёб твою мать. Давай заряжай, блять. Сейчас, ребят, секундочку, там вот пиздец в чате. Так, 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 сейчас сделаем. Готово.
А, пиздец, ну что за самонаводящаяся мразь? Давай, дядя. Красная, а? Так, залутать нечего, да? Пиздец, да, КП снял? Да, бля, уворачивайся, уворачивайся, не получается. Давай. Да, убери, Саня, блядь. Блять, нет, у меня хп мало было, ёп. Не видел, сучара, оказывается, у меня мало было хп. Да что такое, падла, блин. Я сейчас Азизя птичку бы заюзал, убил бы его. Сука. Сейчас опять придется закупиться. Твою медь. Майор, оружие не... Так, склады, да, создание. То есть надо создать... Создать и пробиваться. Чел, ты спишь вообще? Бывает. Всякое бывает, дружище. Майор, оружие или... Всякое бывает. Бывает и спим, бывает не спим. Дело, как говорится, такое. Так, это сюда, сюда, сюда. Это R. Это создание, это боеприпасы. Доступ разрешен. Сейчас разъебем его нахуй. Давай, бля. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этого не бывает. Ты умрешь. Дело, блядь. Давай с дробаша здесь похуярим. Есть.
Леонора, дай тебя потрогать, блядь. Пиздец, блядь, дэмэдж нахуй входящий. Добрый день, блядь, добрый день, добрый день, блядь, добрый день, блядь. Жесть, 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 жесть. Сейчас. Ну все правильно, стреляй по шарам, я пробую. Так. Давайте еще. Так, а у меня что там есть, получается? Эта штучка, да, восстанавливает здоровье и рывок, восстанавливает энергию. Так, 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 хорошо. Авторизация. Давай. Я все сделал. Выберите желаемое действие. Склад. Склад есть, все по кайфу. Так, здесь. Поехали. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Нет, пистолет очень мощный, причем пистолет фулькачный. Он, блядь, в первой части был ёбнутым вообще. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Блядь, я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Не умрёшь. Посмотрим. Давай, давай, надо руку ему отхуячить. Правую. Почти. Есть. Теперь дробаш пошел. Есть. Так, это было легко. И непринужденно. Поехали. Поехали. Изёва, изёва, видишь, привыкаю. Нихуя, их выбежала, блядь. Сосать. Я так понимаю, это сосать.
Сука, так хорошо играл, блядь, так хорошо тащил. Я отпрыгнул под замедлом прямо на кольцо. Хорошо, хорошо, сейчас сделаем. Босс хороший. Доступ разрешен. Так, опять надо быстренько вот это сделать. Это сюда поставить, это сюда взять. Здесь нажать эрочку. Да, здесь отдать это сюда, сюда, сюда. Здесь улучшение, здесь боеприпасиков. Вот так сделать. Поехали. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Чем? Не понимаю, нахуй, как меня это дамажит. Так, я, блядь, не понимаю. Ага, вот это видел. Давай, 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 блядь, отойди от него. Кубик, блядь. Кубик. Заряжай! Заряжай! Сколько тебе лет? Машина не спросит, сколько мне лет. Заводи, заводи, Саня, с дробашайк. Поехали, 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 поехали. Доставай свою шарманку, блядь. Понеслась. Пиздец, да? Посыпь, посыпь. Да иди ты нахуй, да иди ты нахуй. Я жму аптечку как сука. Он меня просто сносит этим кастом, блядь. Я и даже щит нажал. Ёбаный рот, я уже так хорошо прохожу первую и вторую фазу, блядь. Он выходит на среднюю ногу и просто меня убьет, блядь. Твою меч, сейчас развалим его. Оружие. Вот это мразь. Так, раз, два, три, четыре, пять.
Вот эта тварь. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? Да, у нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Пиздец какой-то, пиздец, дядя, ты псих, нахуй. Ну давай, отстрели ты ему эту залупу, блядь. Не-не, через щит убивает, смотри, че. Да, на него не действует. Через, на него не действует, да? На него щит не действует. Ну, либо, может быть, смягчает урон, но... Не так, чтобы, блядь. Давай, заряжай, сучара, блядь. Давай, мразь. Да? Достает, блядь. Давай, Саня. А нахуй. Давай, ебать. Сука, поехали. Еду, блядь. We'll be right back.
Поехали, ебать его. Чё, сука, вставай. Любимый, умоляю тебя, не лишай меня индивидуальности. Я хочу сама решать, как мне жить. Это несправедливо. Согласен. А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. Так, хорошо, поехали. Итак, раз, два, три. Раз, два, три, шесть, два, четыре. Шесть, два, четыре. Шесть, два, четыре. Четыре, два, шесть. Четыре, два, шесть. Есть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, шесть, три, четыре, два. Так, не понял, а почему эти-то лежат хорошие? Прекрасно. Итак. Сейчас все сделаю. Так. 6, 2, 4. 6, 2, 4, центр, нижняя одна. Это двойка красная. Она и стоит. Все правильно. Здесь 6, 2, 3, 4. Здесь 1, 2. Это 3, 6. Они стоят. Здесь 4, 3, 1, 6, 2. 4, 3. Ага. 4, 3, 1, 6, 2. 4, 3, 1, 6, 2, 4. Синяя. Есть. Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеоноры приступает к исполнению целевых функций. Смотрите. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Значит, так. Процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Ну, сейчас меня. Какой-нибудь покчан. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Да, спасибо. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. До следующего ДЛЦ. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. В ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым.
Иди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Фига себе, блин. Кайф. Катя говорит, классная косичка у тебя, чё? Слышу голосы, манящая дорога. Кружит голову, как птица. Прекрасная. Будь ко мне жестока. Не будь ко мне жестока. Вот такое вот DLC-шечка. Вот такое вот кайфовое, динамичное DLC-шечка. Такие вот дела, ребят. Такие вот делишки. Такие вот делишки. Пришел Нечаев, разобрался с Элеонорой, перезапустил ее. Теперь она не будет убивать людей. Узнал что-то новое про свою жену. Вроде как схарифанился с Сеченовым, судя по всему, по этой концовочке, да. Ушел в бессрочный отпуск, с которого, конечно же, его вызвали в следующем DLC. Вот. Но прикольно, что? Прикольно. Хорошо пошло. Новую пушку добавили, нового босса добавили, замиксовали два раза, да. Мобиков новых добавили. Мобов там, да. Типа прикольно. С удовольствием поиграл. С удовольствием поиграл, с удовольствием. Сколько по времени прошло? Часика 4-5, да, если не ошибаюсь. Я во сколько подрубил? 22 по Москве. 5 часов, вообще отлично на одном дыхании. Вообще, ребят, я не скипал никакие титры, я не нажимал. Там были титры в конце? Гусь, да, гуся завезли. Да в целом, вот это, так, вот это тоже прикольный будет. Я не скипал титры, они вырубились. Они просто вырубились. Там были титры какие-то, я просто не знаю. Нету, да, там титров? А-а-а. Прикольно, конечно. Прикольно. Ждем новые DLC-шки. Будем залетать. Бля, а вот я говорю, вот арты, кто делал арты, информацию, нарративочка, все вот это, здесь, конечно, очень жестко проявляю. Работа просто огромная. Я не знаю. Вот арт-дизайн, концепция... Вот такого Советского Союза, который пошел не по пути там, да, холодной войны, а который пошел по пути развития там, да, цивилизации и так далее, вышел на какие-то ебейшие технологии. Прикольно, конечно. Так, знаете, помечтать такая научная фэнтези, где еще такое увидишь? Наука, здоровье. Помните первую, да, игруха? DLC платная, слушай, у меня куплен пас, я который изначально покупал себе пас, в него встроены все DLC, а так отдельно, если покупать, то рублей 400 стоит или 300, что-то такое. Вот. Прикольно, прикольно. Много тут крутых вещей, которые действительно сделаны круто. И приятно, что ребята, так сказать, удивляют. По сути, это путь прокладывает. Показывая, что, как говорится... Ну, я громкие фразы сейчас скажу такие, да, мы там, мы не мы там, понятное дело, но тоже могём, так сказать, да, и, блин, это прикольно, прикольно. Вполне такая сильная заявочка, так сказать. Ну, я имею в виду, основная игра, да, DLC-шка-то так, в дополнении. Пойдет, кайфанул про майора, пойдет. Доволен стримчанским, который у нас получился. Не знаю, я говорю, я прям просто представляю, как какой-нибудь дядька с завода приходит, такой запускает, блядь, и под соя время перемен начинает хуярить в эту игруху. Особенно я имею в виду в основную, да? Кайфец, кайфец. И Сечина в конце улетает такой деловой. Вон, блядь, смотри, башку ему там что-то... Бля, угарно. Тут же еще на тачке, да, открытый мир, тачка, вот это все. Они ж там патчи завезли, оптимизации 100% что-то делали, там балансировали все это время.
арт-концепт мне очень нравится в игре. Красотища, которую удалось передать. Атмосферу вот эту всю. Пушки, блядь. Кто-то сидел, все это рисовал, блядь. Делал что-то. Заебись. Могли сделать проще, согласитесь. Я девушке под перемен недавно сделал предложение. Понял. Понял. Приколдес. Ждем новых движух, ждем новых историй, ждем новых крупных амбициозных проектов. Я, ну, точно уже заанонсировали, да, что будет Atomic Heart 2, и понятное дело, что все это не скоро. Может быть, мы с вами лет через 5 в это поиграем, а может через 6, а может через 7. Потому что, ребят, сейчас смотрите, да, сейчас еще 3 DLC будут выходить, они будут выходить, там, помню, если не ошибаюсь, раз в полгодика где-то. А потом только уже Atomic Heart 2. Да, да. Да. Если будут предлагать отсылку, соглашайся на озвучку однозначно. Да не, класс вообще, завезли клипчиков. Класс, вот это, в этом плане, да, конечно, что там Шальчинов, вот это все, блин, это, конечно, угарно. Это прям угарно. Текста много, отсылок тонна на кого, но приятно быть одной из этих отсылочек здесь. Вот, приятно, приятно. И про героев рассказали, и про Озерск рассказали, и про Шальчинова рассказали. Не знаю, я, блядь, с кайфом погамал. Это понятно, как бонус дополнительный, да? Вот, но имеется в виду... Сам по себе такая заявка очень крепкая. Заявка очень крепкая. Как для такого первого крупного проекта. Достаточно серьезно. Пойдет, что пойдет. А, уникальный внешний вид. Так, давайте просто посмотрим. Вот у меня полностью куплен Battle Pass. DLC 2, 3, 4. То есть 4 DLC будет точно. Первое, вот оно вышло, да? Ну вот, допустим, здесь что-нибудь январь, февраль. Там что-нибудь здесь июль, там, да? Там что-нибудь здесь, там сентябрь, там что-нибудь, да? Там новая игра, ну хрен знает. Ну я не знаю, тут боюсь я сроки там какие-то называть, понятное дело. Ну чтобы вы понимали, тут... Ну, тут на годик еще точно первая часть. А потом, глядишь, не за горами и Atomic Heart 2 увидим. Вот. Насколько я знаю, уже точно оно будет. Насколько я знаю. Так что вот такие дела. Кайфово, да, прошел. Кайфово прошел. Вот. Потусили, посидели, покатали. Надеюсь, и вам не скучно было. Хотя игра такая, знаете, больше самому поиграть. Мобов помочить, там палкой похуярить. Вот, понятно, может быть, она тут именно сюжетно основная, и основная, да, сюжетка, она намного мощнее, естественно, потому что там у тебя один только театр чего стоит, да, какой ебейший театр сделан. Посмотрите, кто играл, ребят, в эту игру, кто проходил, есть? Вы проходили, бля, локацию театр? Как она охуенно сделана просто, вот. То есть там, да, вон он топор, смотри, достался там туда-сюда, но основная вот сама она игруха, она прям угарная. Вот, DLC-шка, понятно, да, завезли под Леонору, рассказали, перезапустили, ну, я думаю, 100% следующее будет что-нибудь про бабку, а потом что-нибудь про Сеченова, и вот история в итоге будет завершенная. А потом Atomic Heart 2, ну, не знаю. Там, наверное, вот про вот этого главного полимера уже будет. Черт его знает. Что там навыдумают? Это, блядь, самое начало игры просто ебейшее. Самое начало игры, вот первые 40 минут, 10 из 10, нахуй. 10 из 10, где ты идешь, исследуешь, где вот тебя с миром знакомят. Это прям топич. Вот. Сеченов, наука, Менделеев, блядь, там туда-сюда, музычка. Кайфец. Моя довольна. Моя рожа довольна, по крайней мере. Вот, там еще Крас уполз, бета-конерты. Да, бета, я тебе говорю, тут еще пиздец. Тут фильм надо снимать. Фильм надо снимать по этой игре. Это еще Крас, бета-коннекторы там, да. Дополнение это типа после игры, да, дополнение после игры. Типа события после игры, которые раскрывают каких-то персонажей. Например, там шкаф, там еще. Ну, то есть, да, это после игры. Вот. Такие дела, чем? Такие дела.